Всем привет, меня зовут Динат Паева Азбек, и сегодня я сделал новый проект, в котором я использовал датчик движения. И в конце я вам покажу лайфхак для детей, которые любят играть в компьютерные игры. И давайте я вам объясню свой проект. Это у нас датчик движения, он чувствует движение. А это у нас LCD-дисплей, тут мы можем написать то, что угодно. А это у нас базер, он издает звуки. А это RGB LED, он загорается тремя цветами, красный, зеленый и синий. Давайте я вам объясню. Если в комнату кто-то зайдет, датчик движения это чувствует, и в RGB LED загорается красный цвет, базер начинает пищать, а в LCD-дисплее выйдет слово «Ханаге кимдер кирде». И вот я установил свой проект, и если в комнату кто-то зайдет, он будет чувствовать это. Теперь могу спокойно играть.